Лента в художественной гимнастике считается самым коварным предметом. Свою разминку самарская гимнастка Ксения Полякова начинает со сложных элементов. Сейчас Ксюша тренируется и живет в Москве. Она уже член сборной России. Но к соревнованиям в родной Самаре подходит особенно ответственно. Надо просто проявить себя. Ну, потому что я сейчас выступаю в многих городах, а в Самаре я очень давно выступала последний раз, и поэтому для меня это очень ответственный старт. Борьба за медали развернулась напряженная. Побороться за звание лучшей в Самару приехали более 300 гимнасток из 10 городов России. Здесь мы уже смотрим перспективу, что нам ожидать в течение всего этого года. Поэтому хочется сказать, что, конечно же, пристальное внимание у нас, вся команда работает сейчас, тренеров, отслеживает детей на предмет включения в состав сборной. Следующие серьезные соревнования ждут самарских гимнасток в начале 2014 года. В январе в Самаре пройдет первенство Приволжского федерального округа, где будет формироваться сборная команда для участия на первенстве России. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.